к нам в городской дворец культуры на днях тут приезжал со своим концертом один знаменитый психолог. Программа у него называлась, значит, «Как быть счастливым, когда вокруг одни сволочи». Ну, что-то такое психоложное, полтора часа рассказывал, вот, а в конце поднял руки и сказал: «Тихо! Теперь самое главное. Запомните и повторяйте каждый вечер на ночь. Я люблю людей! Я люблю людей! Я люблю людей!» Попробуйте. Вот хоть кто-то их любит. Вот. Он сказал, говорит, так вам будет гораздо легче выживать в обществе себе подобных. И ежели, говорит, людей даже не за что любить, найдите в них что-то хорошее. Вот. Ну, похлопали мы с женой Ангелиной, вот, да, 1000 рублей прохлопали. Вернулись домой, поужинали, легли у кровать, 3 раза хором сказали: «Я люблю людей». Повернулся я к своей любимой стеночке и задумался, а за что их любить, людей этих? А? Вот взять, к примеру, мою жену Ангелину, да? Вот, хоть она мне и родная жена, я даже чувствую, что ее есть за что любить, но вот так просто, без доплаты. Ну, не могу, ну, она ревнует меня к каждому манекену. Вот, и сама же заставляет меня шастать по магазинам. Да я много лет пытаюсь найти в супруге что-то хорошее, не получается. Узнаю, она такая неблагодарная. Вот на прошлый день рождения ее маме я подарил не дешевый подарок, целый участок. 3 на 1,5, как положено. На солнечной стороне, возле ограды. Так, на следующий тещин день рождения мне Гелька скандал закатила: «Почему ты теперь маме ничего не подарил?» Я говорю: «Так она ж еще не использовала мой прошлогодний подарок». Я люблю людей. А как мне полюбить моего соседа, вот этого завистливого жлоба? Каждый вечер мне, значит, высказывает: «Не ставьте свою машину у меня под окнами, не ставьте свою машину у меня под окнами», а сам живет на 12 этаже. Я говорю: «Может, я еще и генерального директора своего должен полюбить?» Вы бы видели его лицо во время распределения премии. Это же лицо голодного людоеда, который в джунглях встретил натощак своего налогового инспектора с бутылкой кетчупа в руках. У меня спрашивает: «Григорий, ты любишь теплую водку и потных женщин?» «Конечно нет», говорю. Он говорит: «Отлично, в отпуск пойдешь в декабре». Я люблю людей. Ну, что можно хорошего найти в генеральном директоре? Ну, только что супруга ему моя нравится. Вот. Да, даже да, на корпоративе клеился к ней. Говорит: «Ангелина, вы такая красивая, бросьте вы своего мужа». Елька: «Что, совсем?» Он говорит: «Да не, часа на 3 бросьте, потом вернетесь». Я люблю людей. И бухгалтершу я должен любить нашу, да, Мальвину Артамоновну, да. Молодка 30 с гаком лет, в гаке еще 20. Значит, полдня она на работе красится. Хороша после того, как перекрашенный танк. Остальные полдня распотякивает по телефону: «Ой, я сижу на диете Клаудии Шифер. Колготки ношу от Ким Бессинджер. Платье надеваю, как Николь Кидман, а выглядит все одно, как Нюша из Смешариков». Вот, найти в бухгалтерше что-то хорошее. Ну, было дело, я, когда болела, она меня навещала, даже это
Печенье приносила, хорошее печенье, крепкое. До сих пор подножки стола подкладываю. Я люблю людей. Психоаналитик советует это. Вот. А как по-настоящему полюбить моего закадычного дружка Витальку Горлова? Ну как, который вот приходит ко мне раз в месяц, напивается у меня в ураган, и где-то в первом часу ночи встает и говорит: так, ребята, все, пока. Идите домой, мне завтра рано вставать. Спасибо за компанию. Так один раз мы с Елькой сами перебрали, так устали и ушли. Из собственной квартиры. Всю ночь дом свой не могли найти. И за что Витальку любить? За то, что мы по его милости с женой свежим воздухом подышали. Я люблю людей. Короче говоря, денек я с этим «я люблю людей» помучился. Ну, не могу полюбить, и все. Ну, что ты сделаешь? Вот. Тут приходит подруга Гельки Галька, которая тоже была на том психологическом концерте. Вот мы-то с Гелькой раньше ушли. Она рассказывает, говорит: осталось автограф попросить у психолога. Вот. Стоит, поджидает. Выходит этот психолог, значит, огляделся по сторонам и как заголосит. Оказывается, во время концерта его машину со стоянки эвакуаторщики угнали. Психолог вопит: гады! Чтоб вас черти в аду катали на раскаленных эвакуаторах! Как же я этих людей ненавижу! И вот тут меня пробило. Думаю, как же ж можно так ненавидеть людей, когда в них можно найти много хорошего. Вот вы улыбаетесь, я вас люблю за это. А если еще и похлопаете, вообще расцелую. Если вы, конечно, щекотки не боитесь, я люблю людей.